поэтому есть ли на какой стадии и какая работа ведется с собственниками помещений первого этажа? Проекта на сегодняшний день нет. В силу того, что не все помещения освобождены, там же есть серьезное обременение, когда собственники не смогли воспользоваться выплатой, счета блокированы, счет идет сотни тысяч задолженности, это осталось. И пока рано об этом говорить. Моя личная позиция, мы проводили здесь консультации, изучали возможность, есть ли практика сохранения таких зданий, найти заинтересованного человека или предпринимателя, найти формы передачи этого здания с целью, чтобы он мог его, ну, серьезный проект по реконструкции, восстановлению, ну и повторному использованию. Мне кажется, придется дальше работать. У нас нет оснований для выплаты, мы заявили, если у них есть право подать на суд, то